Пока школьники беззаботно отдыхают в школах города, активно идет работа по подготовке к приему детей в новом учебном году. И хотя до его начала еще полтора месяца, учебные заведения города должны быть готовы к этому моменту прямо сейчас. Новые три столбика у нас, сумочная машина работает. Ну, достаточный набор посуды, плюс мы ночью еще докупали, когда всегда со столами убираем, новые столбики. С сегодняшнего дня межведомственная комиссия начала проверку готовности к новому учебному году школ и детских садов. А проверяют их готовность специалисты сразу нескольких ведомств – пожарная, полиция, сотрудники Роспотребнадзора и работники администрации. И один из важных моментов, на чем члены комиссии акцентируют внимание – это безопасность учащихся. Проверяется исправность пожарной сигнализации, соответствие планов эвакуации, наличие внутренних и внешних камер видеонаблюдения, исправны ли все датчики в металлоискателе, на входе, а также соблюдает ли учебное заведение санитарно-эпидемиологические требования. Не менее важны и условия обучения школьников, поэтому сотрудники надзорных органов оценивают состояние кабинетов и школьной мебели в них, смотрят, какие ремонтные работы были выполнены. Сегодня межведомственная комиссия проверила почти все школы города. Следующие на очереди – детские сады.